Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Очень важно сделать подкормку пионов в апреле, чтобы наслаждаться огромными цветущими шапками в мае и летом. Со мной поделился очень важной информацией по правильной подкормке пионов опытный цветовод. Мои знания в большей степени по овощам, а вот по уходу за цветами сама учусь и набираюсь опыта. Ну и, конечно, делюсь с вами проверенной информацией. Итак, расскажу вам несколько простых подкормок в апреле и начале мая, которые необходимо провести для хрупких пионов и мощного продолжительного цветения. Первую подкормку проводят обязательно азотными удобрениями, чтобы расшевелить растения на ускоренный рост зеленой части. Для этого нужно раскидать аммиачную селитру по посадкам пионов в пропорции 1 столовая ложка гранул на 1 квадратный метр всходов. Через неделю нужно обязательно разбросать фертику универсал по периметру кустов, стараясь не попадать на ростки. На это удобрение пионы отзываются просто отлично. Не знаю, что за магия, но это действительно работает лучше любых других удобрений. Еще через неделю, а это будет уже конец апреля или начало мая, вносим золу под кустики. Опудриваем посадки и землю золой на глаз. Она укрепит растение и сделает тон цветов более насыщенным. Если земля сухая, то обязательно полейте землю вокруг пионов после внесения золы. И последняя подкормка осуществляется еще через неделю. Вносим любое комплексное удобрение по типу азофоски. Понадобится 1 столовая ложка гранул на каждый метр посадок. Попробуйте внести такие подкормки под пионы и насладитесь прекрасным цветением в полной мере. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!